В школах Якутии появится бесплатное молоко. В Якутске проходит третий республиканский форум «Сохраним свое здоровье». На нем рассказывают о проекте внедрения национальной программы «Школьное молоко». Ее реализуют в 49 регионах страны. О положительном опыте внедрения программы рассказала руководитель проекта Ольга Панова. Особенность программы – это обязательное и бесплатное включение в рацион школьников молока, которое положительно влияет на здоровье детей. Гости форума приняли участие в совещании с первым заместителем председателя правительства республики Петром Алексеевым и посетили комбинат детского питания компании «Туймада Агроснаб». Там они убедились, что предприятие готово к выпуску продукции для участия в программе. Панова особо отметила, что в Якутии сложилась уникальная ситуация, когда региональное предприятие само инициировало и провело самостоятельную работу по включению в национальную программу. Сейчас мы ведем активную работу в Государственной Думе совместно с Министерством сельского хозяйства для того, чтобы эта программа получила федеральный статус, а вместе с федеральным статусом хоть какое-то федеральное финансирование для того, чтобы регионам было легче ее внедрять и для того, чтобы не только 49 регионов были внедрены, а повсеместно по всей России эта программа была внедрена.